Друзья, у компании «Металломастер» я уже не первый год приобретаю себе в мастерскую оборудование. Мой токарный станок до этого и сейчас. Ленточно-пильные станки ручной и с гидроразгрузкой. Очень хороший сверлильный станок. И как я уже вам говорил не первый раз, что приобретаю станки и инструмент у проверенных поставщиков и производителей, которые дают гарантию на свою продукцию. Забейте в своем смартфоне или же компьютере «Металломастер» и вы на сайте компании. Здесь много всего интересного и полезного. Ассортимент в зашкале. Обратите внимание на разделы «Станки для гибки», «Всякие и разные», «Металлорежущие станки», «Токарные», «Фрезерные», «Сверлильные», «Станки для резки металла», «Гильотины», «Инструмент», «Различная оснастка», «Ленточно-пильные станки», «Ручные», «С гидроразгрузкой», «Полуавтоматические» и «Автоматические», «Профилирующие станки», «Профилегибочные станки», «Станки с ЧПУ». И много-много станков и инструментов для вашей мастерской, гаража или большого производства. По каждому станку вас проконсультируют и помогут с выбором. Мужики, ассортимент реально просто шикарный. И цены не кусаются. А ссылку я обязательно оставлю под видео. А вообще, легко запоминается. «Металломастер». Так что проходим по ссылочке, выбираем и приобретаем.